предвыборные теледебаты лидеров 7 политических партий в Греции прошли неинтересно, телезрители не увидели споров, а главным победителем трехчасового телешоу оказалась скука. Такова суть комментариев греческих СМИ по итогам теледебатов. Обсуждение превратилось в параллельные монологи. Регламент задушил соревновательность. На долгих дебатах с правилами, которые не помогали диалогу, победителем была скука, пишет сайт News 247. Однако, пишет автор статьи, были и некоторые хорошие моменты, которые могли бы утешить тех, у кого хватило терпения досмотреть до конца. Это небольшой спор лидера Сириза Алексиса Ципраса с журналисткой телеканала Мега по поводу СМИ и ряд ответов лидера независимых греков Паноса Каменоса. С моментами противостояния, несмотря на строгие правила, завершились трехчасовые дебаты политических лидеров, на которых доминировали вопросы экономики и союзов после выборов, пишет газета Вима. По ее мнению, Ципраса заставили нервничать вопросы по миграционной политике. Газета «Прототема» пишет, что трехчасовая телебитва 7 политических лидеров началась очень скучно, но приобрела интерес к концу, когда начала разгораться какая-то полемика с кровью, тем не менее, ничто не стало основной новостью. На журналистов издания лучшее впечатление произвел лидер правоцентристской новой демократии Вангелис Маймаракис, который показал твердость и последовательность с характером. Абсолютно оборонительную, а в определенной степени и неудачную позицию занял с самого начала Ципрас, который большую часть отведенного ему времени пытался оправдать подписание меморандума с кредиторами, пишет издание. Экс-премьер Ципрас показал, что его беспокоят некоторые вопросы, и ответы были крайне напряженными и без известной улыбки, которая раньше была отличительной чертой его уверенности в себе, отмечает обозреватель. Кстати, судя по фотографиям в СМИ, Ципрас и Маймаракис в перерыве между вопросами оживленно беседовали и ничто не напоминало о жесткой конкуренции между ними.